Эй, парниш, есть 500 рублей? Займы. Займы? Да. Вот смотри, аппаратура, давай погоняем с тобой на 500 рублей. Готов? Давай. Поехали. Ну, в детском мире ты видел такие аппаратуры, наверное? Ну, да, там полно. Полно таких. Дешевые, да. Давай, вот газ, тормоз и это, руль. Все, понял. Ну, ты помнишь, мы с тобой гоняли два года назад. Было дело пару лет. Ну, ты уже забыл, наверное, как ездить. Да. Давай, вот смотри, вон твоя та. Грязная? Не едущая, да. Моя едущая, желтая. Есть тормоз, нормально? Или прибавить тормоз тебе? Не надо, я думаю. Ну давай попробуем так. Давай, раз, два, три. Итак, срываемся с места. Мюген у нас на 6S, но немного убавлен газ. На 80% стоит. Дюранго на 4S, 6S я не рискую, но стоит 20-й пиньончик, друзья мои. То есть вместо 17-го я поставил, то есть максималочка у нас немного возросла. К сожалению, дюранге не хватает поворачиваемости, но давай. Ну, видите, Мюген, конечно, на 6С, немного нечестно, он на прямой меня сейчас обгоняет. Но тут уже дело все в профессионализме. Три круга у нас идет. Дюранго лидирует, 500 рублей на кону. И Мюген видит только пыль. К сожалению, вот Мюген опять на прямой меня начинает обходить на 6С. И последний круг, только профессионализм в повороты, входы не поможет. Но у моего оппонента тоже есть профессионализм входа в повороты. И, к сожалению, он проигрывает, и я выигрываю круг. Yes! Дюранго. Замечательная шасть, друзья мои, в кавычках. Мюген рулит, но здесь все уже зависит от ваших рук. Давай меняемся, и 500 рублей будешь отыгрывать. Итак, значит, на кону 500 рублей. Опять я за Мюгеном, который еле видно вообще просто на окурку его новую красить в такой же цвет яркий. Давай, раз, два, три. Оба срываются с места, но у Мюгена больше шансов, и я думаю, я выиграю без проблем, учитывая управляемость Мюгена, и чуть-чуть помощнее окунчик. И он на окашечках, а не на каких-то лосевых шинах. Давай-давай, Мюген. Мюген просто летит. Блин, ну давай вот так вот засчитаем, что я там развернулся. Согласен, немного нечестно, друзья мои, но это, по-другому никак. Опять колесо. Вот на Мюгене, знаете, пытаюсь раньше повернуть и начинаю врезаться сразу в колеса. Помню, офно улетел в то дерево. Значит, третий круг. Это будет легкая победа, легкие деньги, легкие 500 рублей на запчасти. На что еще РС-шник тратит свои деньги? Только на запчасти. И Мюген пересекает финишную черту. И ликует. Далековался. Да, давай сюда дюрангу посмотрим. Обалденный корпус, яркий, прям сочный, супер. Но не для этой машины. Не для этой машины, да, на Мюгене такой сделать. Фух, классно. 500 рублей. Ну, банк с кредитом. Ладно, давай аппаратуру возьму. Она как раз столько стоит.